Привет! Николаевский район и Николаевск на Амуре. Конец апреля 2019-го, и вновь намело снега. Но, тем не менее, температура стоит плюсовая, и, как уверяют старожилы города, и как хочется верить, лед на Амуре протянет до 9 мая. Всегда полные версии роликов на авторском канале YouTube Роман Зайцев, живу на ДВ. Земляки, поддержите подпиской.